Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, Олег. А как же я вас не видел? Я только сейчас зашел только. Вот, видишь, вон, вот это вот. Вот капает. Вот. Врезка вот эта. Так, это горячая, да? Это горячая, по-моему? Да, горячая. Да, горячая. А этаж какой? Это восьмой. Блин, а как мне туда залезть, валить? Ну, тут, если отсюда убрать, не подлезешь. Хрен. Тут, короче, кусок придется менять. Какая труба нужна? Да полдюймовка. Полдюймовка? Ну, это... вот отсюда. Ну, я понял, понял. И выше ты хочешь, да? Не, в это же только вот, убрать этот кусок. Сейчас взять и сделаю. А там посмотреть, там и холодные уже, по-моему, на подходе. Ну. Может заодно все сразу нет, сделать? Заодно. А то потом делать нечего будет. Да, заодно не делается. В одно место накапал, я ее взял таким способом, тряпочкой. Я когда эти мне пришли, там же один, другой, ну пришли, открыл, ну вижу мокрое, ну что тут. Потом я вот так за это руками за ржавчину затрону, она еще сильнее начала думать, нахер какая-то. Лучше не трогать, а то тронешь, еще свистеть начнет. Как в авиации, в этой, в ракетной технике. Работает, не трожь. Угу. Пусть работает. Так и тут, я думаю, сейчас тронешь, начнет свистеть, позальешь людей. Молоко подавал. Ой. Вентиляция не включить, нас продана на кухне. Заклеил, пусть немножко хоть прохладнее будет. Вот другие там дома стоят, видите. Ну вот я же весь фундамент выносил, ну как, уже полдома стоит. Первый воняет. Будет пахнуть. Да пахнет. Да, не пахнет, я говорю, будет. Ему вон, чтобы это самое, хуёво не было. Тут все вкусно пахнет, что ли. Ага, вкусно он пахнет. Уже привычный. Да привык, да, человек не свинья, ко всему привыкнет. Так, а вы трубу разворачиваете, да? Там по этим не потечет? Да ничего не разворачиваю. Пусть эту, ну он по-моему немножко. Он там свое сделает. А то сейчас потечет, если хорошо замечу, а если не замечу, то опять придут ко мне. Мне вот на что мне не понравилось. Дискоризацию менять. Вот в таких домах я взял, пробил тут для тройника еще просто. Здравствуйте. И все. А тут, чтобы мне еще заменить там, надо соседи еще разобраться. И тут вот эти стены поставили, как я не засунешь еще туда. Да я унитаз ставил, ебался там. Я менял комиссионный.
Да что такое сделал, вот это вот, там, плита. Ну, хуй знать, они по-своему там считали. Там же у нас как. У нас сначала всю технику делали простую. Все, вы тоже телевизор, вы в наш Воронежский. Все там было расписано, там практически многое можно было самому сделать. Никуда не ходить. Но... Никуда не ходить. А теперь все делают, чтобы сервис, пусть вы иди, предохранитель смените, езжай к ним, вези телевизор к ним, вызывай вас. А вызов. Вам эти фонари хоть дают или сами покупаете? Ага, дают. В магазине за своего кармана. У нас все со своего кармана. Ну, да, Олег? Горелки тоже со своего кармана? Да. Баллоны это мои личные. Вот эти баллоны, да, его. А, ну... И шланги твои, по-моему, вот эти, да? Да. Все личное. Вот личное все. Ну, а какая-нибудь доплата есть? Нет. Вот эти меня забрали. Да. Инструменты тоже все же должно быть. Дожили. Вот просто из-за неудобства вместо больших... Ну да, сюда шланги тянуть туда, на восьмой этаж. Да, в прошлый раз вы на шестом этаже были большие шланги. Я же смеялся, я же собираюсь воду, я ты хочешь, а ты еще взялся. На той неделе будет, наверное, воду холодную, и горячий холодный. Ну, надеюсь. Ну, так вот, без болгарки будем сейчас. Вот вы же, наверное, там объявление какое-то. Я повешу объявление. Все разве. А то мы к тебе приедем. Я знаю, где ты живешь. Ты говорил, где ты живешь. Стрелец, по-моему. Тетя. Дай хоть ключ. Блять. Тихо. Пособьешь, можно. Мы на 11-м тоже обменяли трубу в основном. Я объявление разве не слышал. Ну что делать? Если, конечно, объявление, ну, в прошлый раз поэтому по телевидению объявили, что наш район воду отключит. Я позвонил с дочерью, вон там она живет, в полицейской больнице. Позвонил туда-сюда, набрал себе тут воды, тут ведро поставил, ведро для этого, на всякий случай, для питья, там, для пищи. Ключи я набрал. Ну, правда, ну что делать? Лучше пусть это. Этаж по 3 метра 25 метров. Снимать-то, конечно, тяжеловато. Вот да, я и поэтому говорю, 25 метров два шланга, да не брать, весь. Мы там опехорочи два на этих этажи варили. Вообще большие баллоны, да, поручали, поднимали наверх. Слава, не хватает на этих этажей, там тянуть сколько. Поднимали туда. Thank you.
Ну, получается? Сейчас посмотрим.
на улицу выходят делают все эти сейчас медицинские. Там. Раньше райисполком там был в этом доме. Вот у него у матери там в этом доме двухкомнатная квартира. Вот у нее со мной вот тут эта квартира. Теперь у него одна комната квартира, где они сейчас живут. И вот от этой моей матери квартира осталась. Старшая дочь умерла. Этой. Шел в умывальник разбавлять. Ну и видно, плеснул я на этот самый, из кармана плеснул мне на халат сюда. Ну и после этого варить начал, и у меня этот халат вспыхнул. А маска-то здоровая, и вот так вот. Ребят кричат, горишь, горишь. И я думаю, вот сука, я опять это, шкодничий разыгрываю. А потом, когда мне в морду припекать нашло, я так маску поднял, гляжу, мне вот тут горит, горит все. Я халат сбросил быстро. Ну, халат вот так вот здорово выгорел. Потом пошел к этому, к замначальнику цеха. Говорю, вот так и так, халат надо заменить, вот не меняй, тут у меня сгорел халат. Как, чего? Я говорю, ну вот так, я из целый. Я говорю, целый. Это кладовщица говорит, замени ему халат, я из целый. Вот там нельзя было. Там в грязном халате, ты, если придешь, в грязный халат тебя не пустят. Да, поэтому имели два халата. То есть, в одном работаешь, второй, так сказать, в стирке. Берет, перчатки, тапки. В своей обуви ты не зайдешь. В раздевалке все переодевались, у каждого раздевалка, у каждого шкафчик, и все меняли. А у вас тут ничего. Чего? Ну, ты пошумишь. А там заказчики у нас как делают действовать? Вот приходят, они же военные, они никому не подчиняются. Они военный прием. Вот он сказал хорошо, значит пошло. Сказал, не пойдете, хоть ты лопни. Приходят вот в понедельник, белый тряпочек, а то еще носовой платок из кармана достает. Так, уборку делать как следует. Вот там где-то, блин. На какой-то трубе вверху нашел пыль. Все, полы моют с мылом, все полы моют, все везде протирают, все. Нет, пару часов. И все, запрещаю приемку, запрещаю работать. И все. И начальник цеха ничего не может делать, главный инженер ничего не может делать. У вас грязь. По нашим документам не имеешь права грязь, пыль чистой должна быть. Ну все. Попробуй горячую воду. Открыл. Покрути кран. Он, наверное, зашипел воздух. Пошел бы, зашипел. Вот там будет открыть все. И маски, и стекла у меня уж, вон стекла до сих пор валяются. У вас теперь, вон, видишь, какие аккуратнее, легенькие, а то эти. Что это мне прислали? Ну, я видел у ребят, вон, в гаражах, там тоже намного, у меня старые маски. Считай, что это своя, моя личная тоже, ну, немецкая. Ну, у меня тоже личность стала, там, спиздил на работе, этот самый. Не. Ну, мне тоже там, ну, я аргонщик был, я газом не варил, я аргоном только варил. У меня тоже в гараже и горелка была, и тогда, сейчас я гляжу, эти вон источники питания, это палка, и полуось одна была согнута. Грязный, правда, пойдет. Слабый идет. Она там может сейчас грязь набиться. Там у тебя стоит аэратор. Ничего нет. Вот сетка. Да, тут есть что-то. Закрой пока. Открывай. Тут что-то похоже вот в этой системе еще. Пусть пока без него сейчас, да, выскочит вся грязь. Его можно и вообще.
перекручивай под давлением, погляжу. Да, наверное. Алло. Он? Делать, наверное, не буду. Пусть пару дней тогда вдруг чего. Я вообще их не заделывал. Ну все нормально. Старые трубы. Там вон, видишь? Не, ну я закрою. Отвалился. Кусок, видишь? А. Там я начал варить. Стояк пополз, блядь, дозаваривал. Вот сбоку. А, он уже, наверное, стояк негодный, да? Ты все там подъела сразу, и врезку, и стояк. Ну, так, брали. Ладно, по 500, пусть. Поскольку вот 380. Вот этот, шайбочка. 388 рублей я каждый месяц платил за капитальный ремонт. А теперь там 500 с чем, 520. Че это так дорого? А хуй знает. У вас добавили. У вас три комнаты? Да, да. А. Она, нет, добавили. Такая... Нет.